Добрый день, дорогие друзья, рады вас видеть на канале News Plus. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Ну а мы начинаем. Каждый день к нам в студию приходят новости разного характера, и с полной уверенностью хотим вам сказать, что печальных вестей намного больше, чем приятных. Всему вина смертельный вирус, который только за 2021 год унес большое количество людей от нас, уходит, как и люди преклонного возраста, так и молодые парни и девушки в самом расцвете сил покидают нас. Не только актеры и певцы, а также известные музыканты. Только за апрель месяц скончалось более 40 народных артистов России и Советского Союза. А май месяц давно уже побил все рекорды по смертности значимых людей для нашей страны. Вот и сегодня мы со слезами на глазах сообщаем, что нас покинул известнейший народный деятель, народный артист СССР, прекрасный актер на курской сцене. Им сыграно более 90 ролей в спектаклях по пьесам русских и зарубежных драматургов. Он снялся в таких спектаклях, как «Самое счастливое третье поколение», «Женитьбы», «Полк идет» и многих других. С прискорбием вам сообщаем, что в возрасте 81 год скончался заслуженный артист СССР Геннадий Стасенко. Друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости со всего мира. Спасибо за просмотр.